Тут что-то есть. Похоже, мы его потеряли. Доктор Олдвуд, у вас есть пациент, известный как Дилан Форестер. Он один из моих самых интересных, многообещающих пациентов. Когда вы в последний раз говорили? Он что-то натворил? Если вы говорите о попытке убийства, то да. Но это прогресс. Ничего не хочешь мне рассказать? Нет. Ты не тот, кем был раньше, Ди. Младший брат Ди, профессор Шон Форестер, мертв. Сегодня похороны. Видно, ты набрался смелости, придя сюда. Найди мне кого-то из полиции Вашингтона. Это ФБР. Он сломал его брата. Не считай его. Шевелись. Ты знаешь распорядок. Не ждал их так скоро. Вы не из ФБР. Не совсем. Сначала обыщите дом и найдите его. Никто не умрет, пока мы не узнаем, что они знают. Я стараюсь изо всех сил. Не будь так строг себе. Я выстрелю, и я застрелю обоих. Теперь-то ты понимаешь, что случится, если ты не поможешь мне. Джейкоб! Найдите мне способ войти. Что ты скрываешь от меня? Шон, должно быть, сказал тебе, что на этом острове. В тебя что, стреляют? Ага. Чего бы тебе это ни стоило, сохрани запасы энергии. Опасный. Дядя Ди, ты правда убивал людей? Они были очень плохими дядями. Озвучено для канала HD-трейлеры.